очередной бодрый совет. Каждый хозяин и каждая хозяйка сталкивалась с проблемой очистки микроволновой печки. Чтобы легко очистить печку, нужно цедру одного лимона залить половиной литра воды и поставить в печку на 2 минуты. Благодаря эфирным маслам, содержащимся в цедре лимона, что произойдет? Правильно, вся грязь и жир расщепятся. Их останется только стереть какой-нибудь тряпочкой, и все. И от этой процедуры есть еще побочный эффект. Ваша кухня наполнится лимонным ароматом, а это тоже круто.